Каспийском медицинском училище имени Азиза Алиева состоялась военно-спортивная игра «Зорница». Патриотическое мероприятие было приурочено к 79-летию победы в Великой Отечественной войне. Началась игра с торжественного открытия под гимн России и приветственного слова заместителя директора по воспитательной работе Ольги Альбаруевой. Для Каспийского медицинского училища имени Азиза Алиева военно-спортивная игра «Зорница» стала не просто игрой спортивной, которая проходит ежегодно на нашей площадке, а настоящей школой патриотического воспитания молодежи для целых поколений студентов-медиков, которые обучаются в нашем училище. Проходя этапы «Зорницы», вы изучаете героические страницы истории нашей Родины. Почетными гостями жюри стали кавалер Ордена Мужества, ветеран боевых действий Мизамудин Рустамов, старший майор, инспектор ОПДН, майор полиции Патимат Усманилаева, преподаватель обществознания Камиль Гаджиев и многие другие. В ходе игры команды проходили испытания в несколько этапов. Знание воинских званий, строевая подготовка, неполная разборка и сборка автомата, надевание противогаза, полоса препятствий, стрельба из пневматической винтовки и оказание первой медицинской помощи.